Данный фестиваль, он, я так понял, не имел особо массовой рекламы, как бывает на фестивалях, организованных в Москве или в Питере. Тем не менее, зал полон. Действительно, есть какой-то дух уральского рока, который присутствует здесь, и чувствуете ли вы его? Ну, этот фестиваль, на самом деле, вот потому, что снаружи, что внутри его и за кулисами, на самом деле, очень похож на те фестивали рок-клуба, которые проходили в конце 80-х годов. И в этом смысле преемственность и дух Свердловских рок-фестивалей очень есть. Конечно, он чувствуется, особенно для тех, кто...